Более 200 организаций агропромышленного комплекса представили свою продукцию на выставке «День поля», стартовавшей сегодня в Кстовском районе. На экспозициях представлены современные виды техники и оборудования, новые сорта сельскохозяйственных культур, разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. Посетившие ярмарку высокие гости по традиции вручили награды работникам аграрной отрасли, которые добились значительных успехов в своем деле и уделили внимание многим другим участникам выставки. Исполнится, конечно. Делаю вот такие куколки мочальные. Для сувениров хорошо. А потом очень покупают наши сувенирчики. Детки очень хорошо играют с нашими куколками. Они добра желают, чтобы в семье было счастье, большие успехи. Детки ложат даже в портфеле, чтобы приносила она им удачу, чтобы пятерки получили. Разработка биотехнологическая по выращиванию гороха и так далее, молодые ученые занимаются. Это современная технология выращивания растений без почвы, без воды, на тумане фактически, то есть аэропоника. Это современное будущее растениеводства. Это последняя разработка наша, это антисептический препарат комплексный для наружного применения у животных. Он представлен в двух лекарственных формах, в форме порошка для наружного применения и в форме мази. Уникальный состав данного препарата позволяет сократить сроки лечения ран у животных, значительно сократить. У нас сегодня большой праздник. Мы всем агротехнологическим университетом участвуем в Дне поля Нижегородской области. Мы готовим кадры для агробизнеса будущего. И сегодня представляем очень много разработок научных, которые будут работать на полях и Нижегородской области, и в целом регионов России. Стало доброй традицией Нижегородской области проводить такие мероприятия, и масштабность этого мероприятия видно вот с этой сцены. Хочу сказать, что Нижегородской области сельским хозяйством можно и нужно гордиться. День поля – это такая замечательная большая выставка, выставка сельхозтехники и оборудования, которая представит более 60 организаций, поставщиков, заводов-изготовителей, наших дилеров. Это выставка нашей перерабатывающей промышленности. Наша продукция поставляется в 46 стран мира. Агропром Нижегородской области поступательно развивается. Область полностью обеспечена своим зерном и встает вопрос увеличить его экспорт. Полностью обеспечена яйцом. По производству картофеля область занимает третье место в Российской Федерации. Увеличивается производство молока и мяса. Спасибо за все это руководителям, специалистам, те, кто работает на наших полях и фермах. Ну и, конечно, День поля – это праздник.